Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас Битва Замков, выходит роллинг, а сейчас вы слышите, как люди подписываются на Twitch канал, там сейчас идет секретная трансляция, там редко трансляции на Твиче у меня происходят, но они иногда происходят, вот оповещения все в Телеграме, ссылки, как обычно, будут находиться в описании, но не суть, у нас, во-первых, роллинг, во-вторых, уже несколько дней не было, вчера был роллинг, вот. Во-вторых, ник веселый, полторашка, ну, должно обязательно повести. А далее, что еще хотелось бы отметить, это девушка, вот, за девушку это прям отдельный княжеский лайк. А, и что еще хотелось бы сказать, я хер его знает, ребзя, если вам интересны роллинги, то вы об этом, не знаю, пишите в комментариях, долбите плюс 100-500 комментов, там по 4, по 5 слов, лепите лайки, я не знаю, просто я вас как бы даже не бачу, я вас прошу, потому что что-то роллинги в последнее время там по 3000 просмотров набирают и все. Вот. А вроде как вы просите, а с другой стороны никто не смотрит. Странная ситуация, потому у меня даже и мотивации роллинги записывать нету. Ну хотя несколько заявок, ребятушки, есть. Ладно, полетели. Нахожусь на аккаунте игрока полторашка. Это девушка, это подписчица, это очень хорошо. Она находится в гильдии под названием... под названием Another World, 30 человек в гильдии. Смотрите, телеграмчики здесь указаны, ребята, не знают, сколько берут в гильдии, но если что, берете заявочки, присылаете, вступаете. Вот, что на... О, Сочи Хоста. Знакомый ник Фриман, знакомый ник. Ну, по крайней мере, не знаю, мне вот человек с ником Фриман, если я не ошибаюсь, донатил на стриме. True Energy. Так, подожди. А, Sunny Way, да. Видел, помню. Ну, что-то мне кажется, где-то я все это видел. Где-то я эти ники все видел. Вот. Ну ладно, ладно, не суть, ребят. Смотрите, еще мест дофига, если еще вступаете. Давай глянем, каких героев-то не хватает. Героев у нас... Что у нас? Героев. Валентина. Мастер Рун. Фанатик. Так, Валентина. Ну, ладно, Мастер Рун, понятно. Валентина Мастер Рун. Леди Лео. Что-то, мне кажется, может, просто они специально не открывались. А вот Стрелка нету, прикиньте, до сих пор Мисс Магия. Леди Божество. Медуза. Дракос, камон. Я не знаю, может, это специально эти герои какие-то не открытые, чтобы, типа, силу не раздувать. Что у нас по донату, ребзи? По донату. 131 тысяча самоцветов задоначено. На складе с героями. Ну да, тут, в принципе, их как бы вроде и нету. Ну, тех, что там не хватает, да, в Нарсии. Их тут, короче, ребята, нету. Вот. Окей. Окей, друзья. Окей. Давай-ка. Продолжаем пилить видео. Ну и будем ролиться. Что у нас по подаркам? А, подарков нет. Короче, у нас чистый роллинг. У нас, дамы и господа, чистый роллинг. Давай посмотрим, повезет, не повезет. А, слушай, а что-то я там пропустил момент, что Пепельная Матрона и Берсерк были на аккаунте, что ли? Так. Ну-ка, давай. И слушай, и при всем при этом, да? Мест на складе не хватает, при том, что там нету ништяков и вот это вот всего. Так. Ну, давай, что там? Что там? А где вообще герой? Типа, Ронин, окей. Это что получается? Первый герой, которого мы выбили по факту. То есть девушка... Смотрите, тут все сошлось. И ник прикольный, полторашка. Люблю такие ники. Вот. И девушка. Вот. И как бы тут должно все совпасть. О, Валентина вроде недостающая. О, нифига, у меня там на Twitch меня подписываются люди. За что спасибо им огромное. Вот, чем больше подпишетесь, тем чаще буду здесь секретные стримы устраивать. Вот. А, так. Рина, Анубис. О, что-то посыпались. Ну, вроде как бы и ник, и девушка. Вообще должен быть роллинг быть супер удачным. А тут какая-то непонятная ерунда. Химера. А где новые какие-то герои? Где Мастер Рун вообще? Давай Мастера Рун выбьем, а? Давай Мастера Рун выбьем. Ну давай. Рыцарь Тьмы.
Окей, давай дальше. Давай дальше. Ну что, где герой-то, а? Фея. Вот там Кэнди, королева Гарпи. Там девушка ждала, ждала этого роллинга. А я сейчас возьму. И ничего не выбью. И это будет пипец как печально, друзья. И вы потом в комментариях скажете, ой, лучше вообще никаких роллингов, чем такой. Ха. Подожди, есть тут в кого вообще пожертвовать-то? А, слушай, ну тут все десятки. Вручную я не буду затягивать вам видео, вручную удалять. Давай тогда места откроем. Они в любом случае пригодятся. Воу, скиталец. Не знаю, но его он вроде бы был. Дракос. Вот Дракоса вроде не было, но как бы... Воу, папа! Вот, все. Уже не зря этот роллинг, ребята, прошел. Уже все хорошо, моя совесть чиста, еще Ронин выпал, Леди Лео. Так, Мисс Магия выпала, хорошо. То есть, ну, как бы главное, что мне уже не стыдно аккаунт будет отдавать обратно, скажем так, на родину. На родину, в руки хозяйки. Ладно, призрачный всадник Варлок, 2020 год, здравствуйте. Что у нас тут? Ворожей. Королева Гарпи. И, ребят, пожалуйста, чистите склад, если вы не хотите, чтобы я вам на склад покупал новые места. Давай. У нас, кстати, еще 30 тысяч самоцветов. Еще не все потеряно. Вот. Мы вот буквально ребзя, что мы сделали-то? Мы вот, знаете, что мы сделали? Ну, оп, дама холода. Ну, вроде она была, не знаю, надо посмотреть. Трифит. Вот. Ну, как бы еще половина самоцветов. Это означает, что шансы у нас есть еще кого-нибудь интересного выбить. Фея. О, ну, пока что самая яркая личность, которая была выбита, это Мисс Магия. Вот, Леди Лео падает, как кусок говна. Вот, надо и не надо, ворожей. Типа, знаете, роллинг а-ля 2017-2018 год. Вот такие вот герои сегодня падают. Ну, единственное, что упала Мисс Магия. Ну, окей. Ну, допустим. Тритон, наемный убийца, шаман, одержимый. 13 тысяч самов, Дракос. Интересно, девки пляшут, друзья. Интересно, девки пляшут. Интересно, девки пляшут. Так, ну-ка. Химера. Хладный призрак. Слушай, ну камон, сколько уже можно эти места-то открывать? Ну, вот так вот сидеть, знаешь... Вручную продавать, ну вы извините, ребят. Ну, почему я должен думать о чистоте вашего склада и о том, чтобы вам сэкономить самоцветы? Ну, давай, мне просто уже жалко уже 400 самоцветов отдавать за новые места. Та-та-та. Так, потребляемые. Тут и потребляемые тоже не откуда не знаю. Тут всякой фигни накопилось. Ладно, герои. Да, вот этого еще. Ой, что я сделал? Продать. Продать. Окей, что у нас тут? 8989 самоцветов осталось. Ну, посмотрим, ребзи, что получится. Так, должно случиться чудо, я чувствую. Потом будет в конце роллинга интересно посмотреть, кого мы там все-таки из недостающих типа выбили. Но пока что, конечно, самый яркий... Типа и нужный герой упал, это именно Мисс Магия. Леди Лео, череп. Ну, посмотрите, реально, 2017 год герои падают. 2020. Вот сейчас бы еще мастера руны, я бы счастлив был бы до усрачки просто. Хотя, что я жалуюсь-то? Ёптвы, Рина и последние самоцветы. У нас выпадает наемный убийца. Значится, что у нас, ребята, получается. Заходим мы, как говорится, в Нарсию и вспоминаем, какие герои нам падали. Так. Ну, типа, для судьбы, да? Мастер рун фанатик не упала, оборотень, некроз, там, наверное, оборотень по-любому упал, но нахер ей надо. Ну, для судьбы единственное. Леди Лео падала. Механоид Альфа. Так, друид, я не знаю, вроде не падал. Стрелка так и не выбил. У нас, между прочим, недостающий стрелок, но мы выбили Мисс Магию. Вот, медузу выбили. Ну, типа, для судьбы. Я не знаю, как это еще объяснить по-другому. Вот, короче, такая вот фигня, ребята.
такой средняковый роллинг. Хотя, конечно, раньше мы там этой мисс магии радовались до усрачки. Я вам всем пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо за то, что смотрели. Всем чаушки, ребята. И пока.